Забег в нижнем белье устроили молодые люди в Екатеринбурге. В 30-градусный мороз разделись почти догола и пробежались по городу. Как рассказал автор видео, этот флешмоб — ответ на подобную акцию, которую провели его друзья в Москве. ЕКБ принял вызов. Куда? По словам молодого человека, прохожие отнеслись позитивно к происходящему, а водители сигналили. Еще чуть-чуть, ребята! Правда, во время забега главный герой ролика и его единомышленники выкрикивали массу нецензурных выражений, что, по мнению некоторых пользователей, не сыграло им на руку.